13 объектов социальной инфраструктуры Тверской области будут адаптированы в наступающем году в рамках программы «Доступная среда». Ее реализация обсуждалась накануне на заседании регионального кабинета министров. Эта работа затронет детские сады и центры дополнительного образования в Кимрах, Вышневолодском и Удомельском городских округах, Ржеве, Лихославле, Бурашевском сельском поселении Калининского района. Там обустроят внутренние помещения, санитарно-гигиенические комнаты, приобретут специализированное оборудование, в частности, диагностическое, коррекционное и развивающее. Кроме того, для инвалидов адаптируют центры социального обслуживания населения Твери и Лесного района. Не останутся без внимания объекты культурного наследия. В первую очередь речь идет об установке лифтов либо специальных подъемников. Сегодня же совершенно другое время, глядя на наших коллег из города Москвы, Санкт-Петербурга, на европейские города, которые схожи по формату с нашим городом Тверью и Тверской областью, мы понимаем, что сегодня должны быть статусные объекты, где безбарьерная и доступная среда должна уже сделана, конечно, быть не из возможностей бюджета, а так, как это положено.